Маги, дайте портал. С инста только все выйдете. И потом это. Маткнешь ли на перекур? Да. Как разрулишься? Что-то нагрудный доспех не свечивается. Я тоже. Разрольте вручную. Это же Ноэна. А дальше поехали ворон. Всем числа, всем. Четыре штуки воронок. Так, Нортье, у тебя есть опять какие-нибудь куски не открытые? Мы же воролим для кого упала. А вон там жена забрал. Кому кусок, тому и ворон. Так? Нет, не так. У кого есть куски, тому и воронку. Рисуй ему. Получается одну, потом если... Одну жену, но одну Нортье. Ну, Нортье кусок есть? Да, ну и потом смотри, там им вдвоем, короче, наверное, по две где-то выйдет. Либо же, да, скорее всего, по две там выйдет примерно. По приору. Так, и самый низкий 13. Да, по две штуки вам. То есть там они сейчас будут прыгать друг к другу туда-сюда. Да, ладно, по одной, короче, по две, блядь, Женуэну, по две. Тебе вторую надо, Нортье? Вторую берем. Заберешь потом, блядь. Вышли все из инста. Меч выходи. Лен, заметь, опять Лен, С и опять... Да подожди, ты не пойдешь так ДЦ, успокойся, я пойду ДЦ. Да нет, я тебе говорю, что опять... Давай. Так, у нас что, есть перекурчик сейчас небольшой или... Да, покурите, пока ты не... Да, вы... Когда вы инст идете, можете покурить, конечно. Все вышли из инста? Ну, пробуй менять. Переставилось? Нет. Нет. Там туда уже в целка зашел. Парада. Выходи из инста. Рада вагон. Параду выходишь? Вышел. Не уходит, кикни. Все, он вышел. Меняй. Все, поменялось. Поменялось, да. Так, рейд. Ты все разрулил, да? Угу. Если что, начал кастовать внутри шкаф. Тыкать, то не будет отходить, можете сумонить. Так, в танках Артемия Войд. Мозер тыкни. С Никитоса.
на рулет, пока погуляешь, Фрэнси не заходит. Вон, если палу надо, поменяй. Паладинов там, кстати, сколько. Так, Малафона тут. Маша на каких боссов надо зайдет вместо там кого-нибудь. Может с меня зайти, я не против. Жужин тут. Можно смонуть. Перекур пока. Что, Фоня? Что такое, Фоня? Идешь вместо Жужина. Жужин куда-то пошел. Иди, там смотри, ретрик поменяй. Ретрика на ретрика. А Жужин у нас офнулся. Он на пуле босса еще, по-моему, офнулся или в середине. Ему ты 5 там досталось? Нет. А, он же, по-моему, ролил. Пятку. Да я на пласт фазе улетел. Настя, я тебя сразу предупреждаю, не будете выхиливать, пойдешь на этого, на ДЦ, я пойду на Шимана. Да, Женек тут. Чего хотел?
девушке. Релогнуть вас. Хочет. Адмирал. Чего? Какую палку адмирал хочет на ДЦ? Еще раз. Какую палку хочет адмирал на ДЦ? Не знаю. Он себе делает легендарный посох ДЦ, а вообще ему палка уже никакая не нужна. Навигатор, да. Зелена клюет. Ничего, ничего так. Я бы тоже сделала на ПВП-эрдру. У него теренаска есть, ему палка не нужна. Че, Лехи не будет? Ну, вообще не было. Лёш, ты тут? Алёш, осколки кто собирает? У кого квест есть? У меня есть. Еще у кого? У меня уже есть. Фанзера собирает. Собирает Фанзера, ребята. Там кому-то типа нужно, у кого-то 30 чем-то осколков было. У Фанзера. Ну вот, пусть собирает. Чё, ты хочешь пулять? Девочки, мальчики. Да, знам. Да ты же не спрашивай, просто пуляй. И умрёшь. А потом отдайте вайп. Давайте уж побыстрее. Ну. Вайп тут? На шкаф тыкните. Вайп тут нет. Перерыв был. Все, пуляйте. Говорю, у нас... Релогнусь быстренько. Тупость. Ага. А у вас когда будет? Я тебе ловушку. Не спешите только. Чего сказать? Не спешите. А, окей. Как снимешь, скажешь. Рядом нет. До середины нет. Не спешите сейчас. Чисто.
справа близко, осталось слева, да. Угу. И мой. Чисто. По-моему, не идите грязно. Сняли? Да, вроде сказал. Да, все заебись. Слева не было. Все круто. Женек, значит, нужно еще раз понерфить. Это же логично. Так, на пуш квадрат медведь делит урон. Лена, рыбка есть? Поставь меня на это. Сейчас поставлю. Короче, на бок на пол поехали. По готовности пуля его. Алло, Лена, вы кого бьете? Ребро. Че, око уже закрыли? Да. Че упало с лоста? Саш, у нас пол. Понял. Плащ упал. Дух. Леру подарок. Фурики, вагоны, расклоны, так вот. Вихрь, 4 секунды. Разбежались. Максим, подними броню, шипы. Thank you.
Разбежались. Добивает сердце, да? За полгода первый раз эти сапоги упали, боже мой. Если бы с него еще пояс упал, РДДшный, было бы вообще. Не говори о поясе. И слава богу, что не упал. Уже, блин, я не знаю. Сколько уходим? Мне бы эти ботинки взять. Тоху опужу. Я думаю, там очередь. Да, это трог. У нее мейн-код. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Капец, у них ранжа поломана. Блять, адмирал, упал этот самый, блять, этот токен, ёбаный, блять, шаман, фу, блять, маг, хант и лок, и, блять, маг друид, блять, приз ДК. Чё это непонятно? И плащ на дух. Не было плаща на дух, шапка на дух. Сейчас, блять, позвонила бы, что ли. Не, ну плащ был, только на танк оно было. Плащ с духом. Пора тудонить. Да-да-да, пора. Точно. Какой смысл вообще спрашивать, упал он или нет? Не, по-другому. Так, рыбу. Так, значит, рыба. Фарада надо что с этого босса? Сходи пока погуляй, в Мургалет заходишь, потанчишь.
И вместо кого? Провокатор, пока погуляй, жужжем заходишь. Белка ТП. Поставьте этот портал магии на ладони. Жужжин тут? Всё, вижу. Кабафайте. Ален, если понадоблюсь, я на шамане. Угу. Ты дома? Где-то с начала пула ребра дома. Ну, щит Сернаева поможешь, будь спокойным. Да я слышал. Ну и поезд тоже был. Поезд выполнен? Нет. Тапки, ноги и запы. Чё по танкам? Так, значит, по танкам на боссе у нас будет Войд, а это самое. Так, Карина, ты слева, но, блядь, справа. Ворчи на баф. А Войд, типа, меняться не будет, а в твоей фазе? Типа, будет с этим. Давай с нурглетом будет меняться. А я трэшишь собирать. Ты на трэше, да, будешь собирать лапками, царапками. Войд справа, да? 30 секунд. Да. Покури, не ракни. Войд пока справа, потом на босса, босса заберешь. Только... Можно, чтобы трэш меня на пули были? У нас только один игрок. Так, на Бруна, на Карину будет на пули быть Проня. Или на второй фазе. Как Гера катится, блядь. Кто вообще где стоит? Лайнфай или нет? Блядь, бейте все, что движется. Че вам еще? Кто где стоит? Че за детский сад? Все, пуляйте. Как вы смеете ступать в эти... Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто батя? Я на тупости. Контроль раздайте. Посоветуйте контроль. Контроль. А тут по фанзе. Что я бы верну? Покрою искренне. Окей, блин. Пока тут... Контроль 3 секунды. Контроль раздай. Трэш добейте.
духе по центру. Контроль 4 секунды. Духе. Духи в центр. К Миле идут. Духи, блядь, не лови. Духи. Контроль 4 секунды. Духи в Миле идут. Контроль раздал. Таску закончил. Бита тата. Марсия по мне. Духи вышли, смотрят. Кота. Духи. Контроль раздай. Духи, духи, духи. Тим бич по Женуэну. Женуэн поможет. Нет, по проне, по проне. Контроль 5 секунд. Контроль раздай. Сову за контроль тебе. Все, забейте на трэш, который выходит по боссу. Там был босс. Духи. Ой! Ой-ой-ой, Лена. Осколок никто не видит. Я все упал. Забыл, парень. Осколок никто не видит, кроме Панзера. Основу сейчас, возможно, передать не сможет. Да пусть просто заберут эту основу. Я уже занидил его до того, как вы сказали. Зачем? Осколок. Нахуя вы нидите? Типа, я не понимаю. Да, стоит групплот, это не значит то, что начало, то, что можно нидить. Да, сука, пуговская тупая привычка, да? А где Лёха? Чё он не лутает? Лёха позже сказал бы. А кто сейчас лутает? Цера где? Я говорю, я только что РЛ сказал. Ты. Сказали, что Фанзера лутает осколки, блядь, с самого начала рейда. Было сказано. Я слышал, понимаешь это? ГП нахуй тогда ему. Кто осколок забрал? Я. Сейчас попробуем ему передать. Не передашь. Ты персональный, ты че? Если вам так конкретно важен этот осколок, просто попросите администрацию, чтобы его удалили с одного и сделали. Вот администрация. Вопрос не в осколке, а в том, то, что нидят. У нас такой был челик, а также забыли поставить лут.
взял за дизель, например, шмот. Было, было такое, но... тоже такое видел. Ты не представляешь, у меня такая тоже ситуация была, у меня хомяк как-то распылил мои штаны. Ну тут знаешь, тоже так выяснять, кто же с какой стороны кто виноват еще, я бы так даже... В смысле, с какой стороны? Вы что, не можете... Ради бога, не орите. Вы не можете мастер-вуд поставить после того, как, блядь, босса убили? Похуй, что вот эти таблички выскочили. Ставишь мастер-вуд и забираешь шмотки. В чем проблема? Не рассказывай, это секрет. Это тайна. Какой нахуй? Какой нахуй секрет, ё, блядь? Палка, вы что, я шучу. Палка, стоп-фуд! Палка на мой... Так её уже забрали уже. Она у меня лежит. На успех палка. На успех палка, это нужна как? Я скорее всего не передашу. Вот это дичь, на мой инспек нужна кому? Дичь. Дичь, который падает, блядь, вы знаете. Наруче дичью называла. Ага. Элен, если надо Фарада, то пыли сразу. Так, а что там еще упал? Кинжал какой-то. До этого упал и плечи кожа. Я бы сейчас забрал. Серьезно, кого? Кого кожаные плечи? Вахе. Распылили, не? Пиздец, прикинь, Кирс. Просто никому не нужно. Довольно много людей распыляло. Они реально дерьмовые. Я видела все. Много для кого-то. За поможешь на успех пароль? Да. На успех пароль за. Все? На сову? На сову точно не идут. Чего не идут? С чего не идут? Ты че, совсем что ли? На ПВХ вдруг все. Да даже ПВЕ идет. Еще когда целка даже ХМ не топили, наручи, которые падали, топовские были на сову. Все, давай все это самое. Что там, готовы, не готовы? Войт на том корабле, Карина на нас. Все. Тебе тут? Лен, мне что, куда? В смысле тебе что, куда? Ну, прыгай. Мусор, давай потом объясню. Хочешь прыгай, хочешь не прыгай. Пушки займите, я запустила нас. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горкрон, взлетаем. Сейчас к Мозерому. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Так, нужен буду, свистните, ладно. На следующем квартале нужен будешь. Я слышал, как открылась бутылочка, да? Нихуя ты какой слух. Кто-то там похмеляется. О, да. Все, я лофаюсь, короче. Ну, я на Твина, на Твина иду. Скажите, короче, когда надо будет. На следующий квартал готовься. Я понял, я в Дискорде, я пока Твином охоту позакрываю. Да, вчера, конечно, хотел зайти, но я почти в обморок упал, нахуй, у двери. Нормально. Корифана провожал, перевели. Лена, у тебя и ПГП стендбай работает? Нет. Нажми там галочку, где ПГП. Я со стариком пойду, охоту закрою. Как ты смеешь
смысле, то, что мы там висим, нам ЕП не будет идти, что ли? Будет. Че тогда кипишуешь? Нет, я хочу выйти с рейда, чтобы зайти. Че это за галочка? Где это? Сейчас. Ничего не жми, просто типа запомни все. Потом тебе Афони или Леша расскажет. Я, ну, либо кто-то знающий, пускай скажет. А то что-нибудь тыкнешь, сломается. Ну да, лучше сейчас не тыкать ничего, просто потом накинешь ему и все. Ну у вас нет? У вас еще не пул? Ну что с корабли? Не буду убивать, сейчас багать. А мир у меня работает трансляция или нет? Угу. Учись, как профессионально пушку нужно, в пушке нужно жать. Бля, нашёл. Борисовна? А, чё? Ты там отдала палку на успех? Да. Аймер, ты этого не видел? Вагон. Да блядь, забывай то, что в демоне нельзя в пушку сесть. Стоит такой, пушка тыкает, зайти не может. Я на Джане так же стою, на кнопку тыкаю, она не тыкает. Знаешь, я бы посмотрел тогда трансляции, как Гена псих. Кнопку нажать не может. Так Гена так. Единственный умирал два раза там. Колечко не упало. Два раза на кнопку нажать не мог. Гена, нет, а от кнопки только один раз. Усов Т5 дает какую-нибудь кнопку посередине? Да, нет. Даже две. Да, дает? Две кнопки дает, да. У меня еще на джане было две кнопки. Одна была на этот. На джане, ну и вторая на Т5. Но они типа появляются, знаешь, они не появляются. Даже макрос вроде делается на прожатие именно купола. Да. Ну у кого Т5 такое. Прожатие можно кидать. Ну блин. И на купол тоже можно. Ну типа вот вафлики, возможно, накладывают. Я не уверен, кнопку. Да эти все макросы будем делать на панели. Фрэнсис, какая фаска на твоем еще спину? Долго дай МК, пожалуйста, на орк. На кого? Нурглет, сходи пока погуляй. Нурглет, идешь гуляешь. Спасибо. Порт поставьте, фаран закончил. Я, короче, пустов. Фарада сейчас покажет дэмэдж. Ой, что он там покажет со своей 18-й позиции? Пятнаху максимум, да. Не, я сарказм сказал, что тебе его запустили. Ну, Фарада больше пятнахи даст, чувы. В трэш. Фарада не принимай пока сумму. Всё, я ухнусь. Крина, это самое.
Но мы его берем исключительно, чтобы он трэш сливал, правильно? Исключительно, чтобы он остакивал раскол. Да-да-да. Донатер. Давайте, Арчи, на бомб-бомб, пробафить там бафф. Миша, ты здесь? Боже, что не хватает? Наручи ролил, да, зачет наруч. Что, дыхания нет, времени? Рыбля стоит, ешьте, запускай. Лена, ты знаешь, на кого поиск кидать? Я в ШП. Чес. Истерию за Сердолик. Да, Фрэнсиса. Я бы триксы попросил, но это уже слишком. Давай. Кто такие Маша и Артём? Маша и Артём? Да. Пара. Маша — это Йора. Ну, Маша — это Йора, а Артём — это Камыш, наверное. Да сколько шоу? Я не знаю, кто у вас есть ребёнок? А, хотя нет, на этот еще. Йора будет? Йора. Артём у нас. Блин, Ген, у тебя такая озвучка прикольная. Понял. Вот у тебя какой-то там скилл кидается, и там такой звук. Типа, знаешь, как зажигается что-то. Смотря на твою ротацию, такое ощущение, что ты просто тыкаешь что-то рандомно. Ну ты видишь? Типа три на одно, три на другое, потом големов с формы, потом опять три на одно, три на другое. Лен, мы сейчас куда? Ну вообще прикольно смотрится, конечно. Третьими стрелками тоже неплохо смотрят. Лена?
Она, ну, блядь, у меня волосы сухло. Женек пишет, да пиздец, нет. Ну да. Ну типа я почти уверен, что он в соло таргет больше бил. Типа я еще свечился в фреш, потому что, блядь, там Жунена просто сгрызли. И чё, и сколько Женёк дал? 20. Сколько? 20к. Ну, округляем, 20к. Ну, в тот раз 18 дал, чё ты, нормально, уже подрос. Женёк, ты в четырёх кусках бегаешь же, да? Папка 26 дал, всё нормально. Клиент-то делает, думает, что он будет с ним. Сейчас подойду. Да в тот раз меня могут пиздошлять, долбоёб от них убегал. В этот раз только на меня они один раз перешли. 2 минуты сейчас в дверь стучат. Да это походу долгонок нужен, блядь. Без него походу вообще колом всё. А я говорил. Долгонок это имба. Типа либо Сафир, либо Долгонок. Что-то из одной из двух. Сафир у меня есть. Сафир сосёт, ебать, с Долгоноком. Естественно. У меня перекап хасит. Сафир, он не сосёт при условии... Ну, смотри, типа, вообще на самом деле, если по 40 судить, то на 40 в любом случае Долгонок лучше, потому что там Гера с пула. Типа, весь смысл Сафира — это долгий бой. Блять, да купи ты его уже себе, этот долгонок. Сейчас, блять, новогодние эти скидочки будут. Стоит он тем более копейки. Ну да. 1100 стоит. Хули, или, блять, или ходи в кару, Гер, нахуй, и продолжай. Спроси у Гены, насколько успешно в кару, Гер, ходить. Успешно, вот я пошел, прикинь, с первого раза. Первый раз пошел в кару, Гер, и с первого раза забрал. Может, блин, на рогу зарёдал. Это раз на раз не приходится. Ну как первый раз? Первый раз с шаманом сходил, и первый раз с шаманом как сходил, так и забрал. Я раза с 10-го, наверное, только долгонок забрал. Сразу с 10-го, либо 11-го точно, нахуй. Заебался, нахуй. Это кара ебаная, тошнит нахуй. И не говори. Да не, кара это нормальная, просто с долбоебами это очень трудно. Конченый низ. Я последний раз, когда мы с тобой ходили, я нахуй все, я после того, ну, вообще, да, я просто я туда не хожу. Я даже твином в обычку туда не хожу, потому что ну это пизда. Все, меня блюет от нее. Амир, ну типа под фиолетовый, да, ну вот прок, который на подсвечивается, угу. Стрелу под этот. Оранжевый, да. Жмешь. Ну короче, что-то похожее на сову, да, и как я понимаю, типа как с затмениями, только с проками тут. Ну, типа сова на минималках, окей. Типа, зато смотри, сейчас минус демон, проверяю. А это нормально. Это вообще, Гена, нормально, что у тебя эти големы по 17к дамажат каждый? Это ебать, это что за ебанутая ешка? Это при падении, да. Не, ну серьезно, это ненормально. А это только в Т5 такая фигня, или это всегда у демона надо было? Нет, это в Т5. Ну, ты прыгаешь в демона, да? И 3 раза можешь призвать этих големов. 2 минуты. Там же вроде в Т5 демон бесконечный, я так понял. Ну, по сути, да. Если на идеальных проках, то он бесконечный. Пиздец, нахуй. Читеры, нахуй, ладно. Фрэнсис клавиатуру перепутал, наверное, да? Ой, Фанзера, точнее. Фрэнсис, говорю. Фрэнсис нормально дал. Женёк что-то налажал. Нерфить нахуй надо этих хантов, скриншот нахуй и ныться. Давай, давай, конечно. Ты видел, сколько суммонер дал на сорке? 3500 что ли там, чё? Это кто? Суммонер. ДКшные, просто с фулл брюлями. Тьфу, блядь. Брюлями. А чё за класс? И он первый взял 35-ю лояль. Какой класс у этого игрока? Просто ДК.
Блять, нихуя. У него еще лок, маг, рога. Это нахуй похуй вообще. Ну, блин, он если... недавно ханта делает. Если прикинуть, что там 35-я лоялка, у тебя как минимум 3 перса в бисе с фул брелями можно сделать. Спокойно. Вроде попозже перекидывать, что ли? Да нет. Да блин, все же прекрасно понимают, что человек, который имеет 35-ю лоялку, он скорее всего вообще с админами лично договорился, что они ему просто подкручивают вариант брюлей, а он им просто налом дает. Так, ему что-то подкручивать, как можно купить? В магазине. Ну или в магазине, да. Ну типа там вариантов много. Типа, раньше же они продавали там что-то типа по 5к что ли брюли. Да, по 5. Ну что-то я слышал такое. Было, было. Да где рисуют? Ну типа знаешь, говоришь, вот тебе говорят, сейчас монетку крутанешь, а мы тебе шанс там типа на 100% сделаем, да и все. Ну типа, что, типа не что прям просто тупо на почту присылают. Брюлей, ну наверное уже штук 55, наверное, где-то на одном персонаже. Ну вот, не помню, вот кто-то из донатеров на форуме отписывал, что у него брюлей почти на 2 сета хватает. Толстяка, греть. Вот прикинь, типа, тебе чисто и ПВП, и по 2 сет фул брюлями забить. У Метиса 45 вроде, или 46 уже. Ну вот, да. Ну типа ему как раз там практически столько и выходит. Типа, на 2 сета. Понял, в самую игру. Да, бля. Меня чё больше всего угорает, что при этом всем они ж никуда не ходят. Ну, типа, те, кто прям супер-супер донатеры. Не, а даже не ППшница. Так там фишка не было. Не, он до этого очень долгое время вообще нифига не делал в игре. Там фишка. Потом он там чуть-чуть по БГ шел, чуть-чуть поаренил, сейчас что-то вроде бы по инстам пошел. Слышишь, я говорю, там фишка заключается задонатить и в долларане стоять. Сейчас это задонатить и на острове Форбс стоять, да? Там стопудово такая же площадочка стоит. А когда на Форбсе никого нет, то тогда в долларане у лестницы, у колодца стоять и просто АФКшить. Вот эта тема сейчас. У Метиса сын на БГ ходит, БГ арена. Да, БГ Штурм. Там, насколько я знаю, с Метиса там человека 3, по-моему, играет. Я знаю, Метиса, Рома и, возможно, либо друг какой-то играет. Блять, там за вашего Метиса, я слышал, там, блядь, половина людям покупает, нахуй, лишь бы они нормально дамажили. Бля, вот кто-нибудь мне задонатьте 10 брюлей, я за вас тоже дамажить буду. Он какому-то челу заплатил за эту, блядь, за общагу. Не, он там не за ДПС, он типа по-братски. На день рождения, там, подарок или еще типа-то очень. Что с Герой, даем здесь или не надо? Здесь не надо. Никогда здесь не даю. Забейте, на этом. На гнилом дает теперь только. Если она в принципе не... У нас два приставки в столицах делают. Вот я так смотрю, вот вроде бы у локов столько полезных скиллов, а у Ген даже не вся панелька забитая. Все, что нужно, есть, как бы, вот видишь, вторая. А, ну ладно. Блять, это я просто так смотрел, мне прям непривычно насмотреть. Мне панели, блять, не хватает. Во-во-во, старый, то же самое. Ну типа шеф колесик. Клавиатуру заряжена по тотему на каждую букву. Я сопровод брался. Что ты кричишь? Не питался, что не хватает, но ничего. Я не буду драться, пока вы меня не покормите. Война и обед по расписанию, да? Кстати, да, типа, я же тоже подумал. Я поставил рыбку. Ебать, мы принципиальные. Это знаешь, это я на прошлой неделе игру Магик ходил. И там 6 человек написали, что-то ДПС у рейда слабенький, мы, короче, это выйдем отсюда. А там рейд, половина рейда 270+.
И типа, знаешь, но у нас тут паладинов не хватает, чтобы кулак бафнуть, мы бить не будем. Ебать, я что-то проорал с этого. Пуляй. Не надо спорить на себе. Да, Фанзик вообще везет с каждого босса. Первого не было. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Кольцо на мейн теперь надо кому? На офспек. Вар, ты сможешь его получить только за ГП. И Тимыч тоже только за ГП. Схерали за ГП-то.
Нет, Тима что не за ГП, оно же на силу. За ГП, и что? Бля, я что-то вас вообще теперь не пойму. Ловкость за ГП, ладно, хер с ним. А это каким боком за ГП? Ну, вон Кладбон нас, например, забирал на инспекцию выше, если мы с тех 100 мы чё. Ну ладно, не вопрос. Да. Ну, не за ГП, мне не надо. Просто я логики не понимаю тогда, ролла вещей. Сказал же, РТД шмот, мили шмот. Ну, грубо говоря, да? На мишку ролю. Уже помогу каску обновить. Я на мишку и ролю, да. Я не накатаю его. Да не, Тимбычу на мой на за ГП это хуйня. Я на боссе. Да, ты на боссе будет побегать с этим. Давайте под жопу все под яйца сбежать. По РДД на рейндж. На пульте только. Медведи на пульте. Женек. Гуляй. Классно, конечно, по команде пуляй-пуляй ТД. Я починил трубы для подачи ядовитой смерти по фронту. Можно кулак по ТК? Рон, до тебя не доставили, теперь доставили. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Геру забыли, да, дайте? Клепочка, вонючка! Дайте Геру! Смысл? Кем? Чем? Ну чё, она просто нас. Профа будет. Чего вы спрашивали? Эрел сказал Геру, дайте Геру, шамана. Скажи откатиться, проф. Вы вообще знаете, что Эрел всегда прав? Принцы?
Анзера, кольцо на мой инспек? Да. Не, ну можно на принцов сходить, чтобы сапроты лишний раз не дать. Да, у нас арты закончатся уже через час. А можно вопрос? Вот плечи, которые упали сейчас, Реллу отдали, а они что, на распыл пошли? Ну там не было майнспеков. И онспеков тоже. Мне, я же написал на транс. Это кто? Вар. В смысле, если нужен этот... Камушек потом могу отдать, у меня есть, если что. Для меня он будет эмульсио. Да, эмульсио, смотри. Офспек, да, имеется в виду... Вот для, именно для тебя, да, это ДД. Ну, то бишь, шмот на, там, Фурика, либо на Армса. И шмот на Протовара. То есть, так как у тебя мейнспек какой там? Фурик, да? То ты только за... О, ну, за... Народ, можете мне на домен кинуть, у меня пинкует. На танк. Давайте меньше флуда, сопротив. Меня это кого? Адачи. Он Фростгорн, Кэмрэй. А что, так можно? Я тоже как бы поменяйте меня. Настя, на замену Кирс заходишь в рейд. Я ты Фанзера кольцо себе ролил, вот это с мастерством, зачем он это? Ты штаны будешь менять, что ли? Никитос, парада, Настя на замену, остальные заходят в рейд. Порт, поставь, пожалуйста, Бладо. Кирс тут? Да. Заходи. Почему-то очень долго в меню выходило. Настя в чушку? Ой, господи, Карин в чушку? Кариша. Нурглы, где Карина? Меня слышно в Дискорде? Да. Где наша сладкая парочка? Смотрите, читер на маунте стоит. Скриньте, блин, сразу форум бан. Старичок, ты где там? Я тут с вами. Старик, а в хила? Да мне похуй. Нет, не в хила, в ДД. Так, адмирал, я на тебя, ты на белку. Простите, я отходила. Я чё делаю? Ты в чушке? Да? Да. Ты слышал, Денчик, надо повесить на мейн на КД эти тинко. Ладно, так, топ-лук, Карин, ты на боссе, войд в чушке. Так, слушай, первый взгляд на босс. Это... Так, значит, войд первый босса заберешь, потом Карина, Локи. Да нет, у нас же нет Локи. Ген, да, СС, Папанзера. КД. Откатится? 4 минуты, он да, откатится. Да, что Фанзира. Окей.
зачем на топ ретрика вешать? Вон история есть, пускай дает диван. Да, нормально. Не, пускай лучше не дает. Ген, расставь кнопки, у меня забагалась хуйня. У меня нету множества. А чё метки, блядь? Первый раз, что ли? Вон трусы, вот вам крест. А, ну блин, Макс, все равно нет. Че на банк на пол поехали? Сопровод пьян? 300 баф. Да, можно нажать побыстрее, пожалуйста? 300 баф. Все, готово? Пуляй. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Лужа. Стоп по боссу. 86. От зеленого сошлись. Ужан. Бьем или чё? Переводим, да-да-да, переводим. По меткам не убежались. Может получиться что-то любопытное. Захил зелёный. Чё с хилами? Аж 4 хила здесь. Кажись. Все хилы в красном. Почему типа зелёный хил? Да, понятно. Что-то я ничего не чувствую. Проще всего, если стоишь не в зелёный мед. Ещё... хилить стоять. Ближе подойти, чё додумался один денчик. Уже, наверное, встать можешь, по-моему. Диспельте чушку, главное. Не было вообще захила по мне, побил, да, вообще не было. Три раза ёбнуло, сразу убило, потом по четвёртому. Знаю, я на 10% висел вообще. Нет, а меня ёбнуло. Давай, Женен. Никто не встаёт. Желтую кинули, что ли, запали. Гена рыблю втыкаю, чинитесь, пока джип стоит. Вот ты там ровно рекаст цели, он там ни хила никого не было. Адмирал, ты тут? Да. Адмирал, посмотри сопроты. У всех сопроты. У всех. Пока что. 22 минуты успеть как. Сверим. Денчик встает.
стопните по боссу. Зеленый. Кто? Прохил зеленым. Сейчас там три хила, хильте. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Бегайте, зеленый. Блин, страшно. В кучу все РДД. Красный. Блядь, ну под зеленого встаньте влево в кучу, чё, блядь, по всей карте. Зеленый. Прибав по шаманам дайте. Пока тут по вразке. Красный выход. Жужин тут же. Процентов 40. Пельмени. Стопните, ждем зеленого. Переводим. Переводим. Стопните. Артемий, ты переводи. Пельмени. Переводим, босс. Геру. Так, в красных хилов. Товару. Звездочку стали. Карин, Карин, лезь не так. Пельмени. Пельмени. Он где? Не знаю. Вот он, труса.
Значит, трёт тебе от пельмени. Пельмени. Вернулись. Володи. На кого СС кидал? На Фанзери СС. Фанзер, давай диван, да. Поводу. Карина. Выпрыгнули. Да он Тити кто-то, 5 стаков. А что вы сделали-то, блядь? Вы что сделали? Где диван? Я по Карине дал. О, пиздец. У меня такое ощущение, что диван не в ту цель был. Я говорю, по Карине дал. Короче, Афоня покидает диван. Кто-то вайпнул рейд. Мне Фанзера, ну ты это, мискликер тот еще. У нас, знаешь, это... здесь собраны все самые любители чего-то делать. Там ганвеста любители по лужам побегать. Масрез еще у всех. КД, масрез. Точно резать. А что, даже ГП не будешь? Да, было. Афоня, не вздумай сына садить на паладина. На сову сади его. Обогнал адмирала под конец, ха-ха-ха. Нашел, где писькой мерит. Ну, блин. Скорч маг только на таких боссах и может мериться, по сути. Я на рыбу оформил уже, да? Чем больше перебежек, тем лучше. Да мне, если бы зеленого не было, вы бы вместе с адмиралом. Старый, я тоже был зеленым. И я. Все. Я еще как раз прок следил под зеленого. И пельмешки прям под зеленого падают, да? Въебало вам так же? А это уже не мыло. Так, а я с места сойти не могу. Как я тебе могу не поймать пельмешку? Так вот, видишь, мы же такая же хуйня. Че ты пиздишь магом поймать пельмешку? Иди в пизду, а? Вы портитесь там нахуй. Блять, ты это адмирал. Ешьте рыбу быстрее. Да ковар. Хуйню мне несешь, адмирал. Фрэнсис. Купаем. Бать, стыдно должно быть, стыдно. Третий